Есть что-нибудь съестное? Только бутерброд. Я дам тебе книгу, а ты мне бутерброд. Держи. Где ты взял эту книгу? Огонь! Я не еврей! На колени! Я перс! Ты правда перс? Наполовину. Если ты не тот, за кого себя выдаешь, я это выясню, и ты умрешь. После работы будешь учить меня своему языку. Тарелка. Рут. Мясо. Придумывать слова нетрудно, а вот запомнить все. Кох снял меня с регистрации и посадил туда твоего перса. Как будет на фарси, любовь? Онай. Уже неплохо. Я написал на фарси стихи. А этот тип не перс. Я думаю, как от него избавиться. И как? На твоем месте я бы вернулся. Меня там убьют. Избавьтесь от перса и не запятнайте свою репутацию. Я тебе доверял, а ты мне врал! Работай! Вы понимаете, что он говорит? Он зовет свою мать и хочет домой. Прошу позволить мне оставить перса здесь. Я просто устал. Устал бояться. 20 банок тушенки, что с тобой все будет в порядке. Жаль, не получится ее съесть, если убьют. Переведи мне эти 40 слов. Здесь всего 39 слов. Допиши сам одно. Какое? Пусть будет правда.